Пони Вилли наступил день сердец и копыт. Праздник любви и дружбы между всеми пони. Мисс Чирайли должна знать, как сильно мы ее любим. Подарок для мисс Чирайли должен быть идеальным. День сердец и копыт бывает всего только раз в год. Крошка Белль, Скуталу и Эпплблум делали открытку для своей учительницы мисс Чирайли. Блестки! Чем больше блесток, тем лучше! «Спасибо вам, девочки, мне нравится! Очень-очень!» — сказала мисс Чирайли. «Мы просто хотели, чтобы вы знали, что вы лучшая учительница в мире!» «Столько прекрасных учеников и друзей, которые меня любят! День сердец и копыт будет просто фантастическим!» Мисс Чирайли поблагодарила за открытку. Она была рада, что ученики ее любят. Малышки решили устроить пикник. И Скуталу пригласила старшего брата Эпплблум, Большого Макинтоша. Скуталу подумала, что хотя Большой Макинтош очень скромный, он будет рад компании. «Есть планы на день сердец и копыт?» «Не». Крошка Белль и ее друзья устроили идеальный пикник в день сердец и копыт. «Цветы! Не забудь цветы!» «Упс, сейчас!» «Это будет лучший день сердец и копыт для мисс Чирайли!» Малышки не предупредили мисс Чирайли и Большого Маки друг о друге, чтобы это был сюрприз. Крошка Белль надеялась, что мисс Чирайли и Большой Маки подружатся в день сердец и копыт. «Какой прекрасный день!» «Да». «Есть планы на вечер?» «Не». Малышки спрятались в кустах и с нетерпением ждали, когда же мисс Чирайли сделает первый шаг, и не дождались. «Да бросьте!» Немного позже девочки встретили на улице сумеречную искорку. Искорка одолжила крошке Белль книжку про день сердец и копыт. «А можно нам позаимствовать ненадолго эту книжку?» Эпплблум стала читать книжку Искорки и нашла там рецепт зелья дружбы. Девочки решили приготовить зелье дружбы и напоить им мисс Чирайли и Большого Маки. «Облака немножко. Перемешай Пегаса пером. Эй! От радуги одежка!» Крошка Белль думала, что после зелья Большой Маки перестанет стесняться и подружится с мисс Чирайли. «Вы будете идеальны вдвоем! Попробуйте! Оба!» Мисс Чирайли и Большой Маки решили, что это пунш, и согласились попробовать. «Думаю, будет проще им подыграть. Пунш выглядит аппетитно!» «М-да». Мисс Чирайли и Большой Маки выпили зелье и стали очень странно себя вести. «Он мой милый, нежный, сладкий, мягкий пирожочек!» «Ты мой милый, нежный, сладкий, мягкий пирожочек!» «Ты мой милашный, стесняшный зайчонок-пушонок!» «Ты моя любименькая, красивенькая травиночка-муравиночка!» Малышки начали понимать, что совершили огромную ошибку.
Они вернулись в домик на дереве и стали думать, в чем их ошибка. Что мы натворили? Мой брат превратился в первоклассного тупицу! Перечитав книжку, они выяснили, что приготовили зелье любви вместо зелья дружбы. Может, слишком много радуги? Или облака было мало? Эппл Блум волновалась, что Большой Маки и мисс Чирайли никогда не придут в себя. Отлично! Мы не просто превратили Большого Маки и мисс Чирайли в дурачков, которые мелют одну чепуху, но еще и подвергли пони Вилли опасности. К счастью, крошка Белль прочитала, что заклятие спадет, если разлучить их на один час. Если мисс Чирайли и Большой Маки не будут смотреть друг другу в глаза в течение часа, заклятие спадет. Всего час? Фу, да это запросто. Малышки решили увести мисс Чирайли от Большого Маки под предлогом подготовки к свадьбе. Сделай глоточек, мой пирожочек. Нет, сладенькая, это твой глоточек. Любите друг друга? Наверное, вы скоро поженитесь. Под действием зелья мисс Чирайли и Большой Маки обрадовались идее сыграть свадьбу. Крошка Белль отвела мисс Чирайли в бутик «Карусель» мерить свадебные платья. Выглядит мило! Мисс Чирайли надолго отвлеклась от Большого Маки, перебирая платья. Тем временем Эппл Блум и Скуталу повели Большого Маки выбирать кольцо. Нет, что-то менее блестящее. Мисс Чирайли достойна самого лучшего. Они изо всех сил старались не выпускать его из магазина, пока не пройдет час. Осталось 25 минут! Большой Маки сбежал от девочек, когда те отвернулись, и поскакал к мисс Чирайли. Пирожочек! К счастью, малышки успели вырыть огромную яму, чтобы задержать его. Какое счастье, что ты нашла лопаты! Еще одна минута, и заклятие спадет! Мисс Чирайли услышала голос Большого Маки и ринулась к нему из магазина. Мисс Чирайли нашла Большого Маки и спрыгнула к нему вниз. Когда пыль осела, малышки увидели, что заклятие спало, а мисс Чирайли в недоумении. Ты что, сидишь на перине посреди огромной ямы? Да. Девочки, можете объяснить, почему я выхожу замуж на дне какой-то ямы? Возможно, мы подлили вам капельку любовного зелья. Девочки извинились за то, что пытались заставить Большого Маки и мисс Чирайли стать лучшими друзьями. Не стоило нам вмешиваться в вашу жизнь! Никого нельзя заставить быть вместе. Каждый сам должен выбирать своего особенного пони. Мисс Чирайли простила их и предложила отправиться всем вместе на пикник в честь Дня сердец и копыт. Мы с Большим Маки решили устроить пикник в беседке. Да. Малышки узнали, что иметь одного особенного друга не самое главное в День сердец и копыт.
Они поняли, что День сердец и копыт – это праздник всеобщей дружбы, любви и заботы. Конец.